Доброе утро всем. Решила посмотреть, что у меня над вытяжкой. Вот как она открывается, закрывается. И я тут обнаружила очень много жира. То есть снизу фильтры помыты, а сверху вот жир, он аж липнет. И шкафчики сверху тоже, смотрите. Близко посмотреть, тоже вот жир налип. Вот тут видно, как липнет. Сейчас попробуем его отмыть, покажу результат. Так, что дальше делаем? Берем антижир в нашем дозаторе, только не разбавленный, потому что жирные очень сильно загрязненные места, и их очень трудно будет отмыть, я так думаю. Поэтому мы не разбавляем, смотрите, вот почти полная бутылочка. Мы снимаем распылитель, кладем в сторону и греем вот эту бутылочку в микроволновке вместе с антижиром открытой. Ставим. Выключаем. 30 секунд. Так, проверяем. Если мало, смотрим. Если не очень нагрелась, щупаем ее, значит, еще ставим на полминутки. Я думаю, минуты будет достаточно. Берем сверху, насаживаем распылитель. Делаю это в перчатках намеренно, потому что будет у меня сейчас очень долгое время соприкосновение с водой. Я берегу свои руки, хотя ну, это органическая продукция, и она не очень вредит коже, так как другие мыльные средства. Шкафу просто берем и распыляем горячим на шкафы. Он даже стекает как раз на вытяжку. Также брызгаю все фасады. Почему мы с водой не разбавляем? Потому что очень жира много. А мне надо, чтобы был концентрат, но горячий. Поэтому, чтобы лучше был эффект, мы разогрели это в микроволновке. Мы побрызгали мы мебель, она постояла немножко. Берем теперь водичка, небольшая мисочка. Желательно новую губку, чтобы она была с этим покрытием новеньким. Чтобы она была новее и лучше очищала. Берем сюда, добавляем геля для посуды. Он у меня уже разбавленный. 1:3 или 1:2, я не помню, честно. Ну, уже разбавлены, видите, он как водичка. Несколько нажатий, чтобы была мыльная водичка. Ну, гель для посуды тоже хорошо отмывает же, поэтому это будет нам в помощь. И начинаем мыть. Кухня у нас не новая. Моем мы ее не часто. А вот, да, я первый раз отмыла свою кухню, муж был в шоке, потому что после ремонта он верхушку не мог отмыть. Там была грязь жирная, да, и еще и штукатурка. И мы не могли ее отмыть. А вот с помощью средства Варсак, антижир и порошка мы ее отмыли вообще без проблем. Сейчас покажу, что у нас выйдет после мытья. Просто гелем и антижиром. Вытяжка уже вот без проблем уже даже. Можно сказать, чистая. Сейчас вытру насухо, посмотрите результат. Закончили мы убирать. Смотрите, какие результаты. Я результатом очень довольна. Но я вам скажу, что легче отмывается кухня с помощью порошка. Если у вас очень большие такие поверхности, которые надо отмыть, то желательно отмывать с помощью порошка, потому что это будет намного быстрее, у него активность лучше, чем у антижира, даже горячего, поэтому рекомендую. И это очень классная зарядка, кто хочет бросить вес. Всего доброго, спасибо за просмотр, до свидания.